Добрый день, с вами канал «Наша любимая дача», и сегодня, дорогие зрители и подписчики нашего канала, опять пойдет речь о семенах с AliExpress. Как вы знаете, я их заказала осенью, вчера я показывала видео, как я тестировала семена капусты, а сегодня я покажу вам два сорта томата. Вот один на картиночке, и вот второй сорт томатиков. Они нас привлекли не только картинками, мы еще узнавали о них, там, смотрели отзывы и решили их заказать. Вот первый сорт, это горшочный красный. Я так понимаю, что это, наверное, балконный или вот маленькие такие помидорчики, которые выращивают на подоконнике. А второй сорт, это красивая такая веточка, это помидорки черри. Вот они такие яркие, красивые, висят на веточке такой красивой гроздью. Вот эти семена находятся в таких пакетиках, и 26 числа эти оба сорта я решила поставить на проращивание 26 февраля. И вот посмотрите, что из этого получилось. Результат меня совершенно не обрадовал. Один сорт было 10 семечек проросло одно, другой сорт 9 семечек проросло одно. Вот посмотрите, сорт черри проклюнулось одно, проросло одно семечко. Остальные капельку набухли и все. Следующие семена, сорт балконный или как бы выращивание на подоконнике, тоже одно семечко проросло, причем одно очень тоже длинная корневая система, все остальные просто набухли. В общем, набрала я земляной смеси, сделала углубление в земляной смеси и посадила те два томатика, которые проросли. Остальные томатики я оставила проращивать дальше. Вот такая печальная китайская история. Итак, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и будем наблюдать, что дальше будет из этого расти. Итак, дорогие друзья, всего доброго, до новых встреч, пока-пока!